Здравствуйте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Batman Arkham Asylum. С вами, как всегда, Алькатрас. И вот, в предыдущей серии мы попали в Arkham, притащили сюда Джокера. И сейчас гонимся за ним. Харли, записи охраняют еще, записи по всему острову валяются. Сейчас надо их найти. Стоп, надо наверх, чтобы подняться, так, смотрим, куда мы можем взять. Что ты делаешь? Я не знаю, блядь, не хочу. Такая что-то. Большинство скорее предпочтет убить вас, чем поговорить. Уверена, доктор, я справлюсь. Они вас на завтрак съедят. Я серьезно. Некоторым этим очень бы понравилось. Так, это не то. Будьте осторожны. Паутина, блин. Стоит наши фотки. Так, как мы сюда прибыли? Так, какие-то странные грибочки. Так, что это запись? Может, запись что-то нам даст? Нет, записи нам тоже ничего не дают. Так. Нет, чуть-чуть непонятно. Это случай мне пациент рекордс. Карточка Джокера. Так, ну мне кажется, это пугало. Так, мне кажется, могу я ошибаться. Так, ну это типа одна из загадок этого Ридлера, который мы должны будем отгадать, когда с ним он с нами первый раз свяжется. Так, сейчас нам надо наверх тащиться. Ладно. Так, вон. Прыжок. Так, немножко Assassin's Creed. Так. Я знаю, что ты меня слышишь! Хочу кое-что тебе рассказать! Харли и Фрэнк почти вышли из здания вместе со стариком! Как же они собираются пройти в охрану? Давай послушаем! Эй, Фрэнк! Где тебя носило? Джокер послал еще людей! Они приближаются к главному входу! Сейчас мы пошли скорее туда! Проклятие! Живите все! Прикройте главный вход! Сколько их там, Болт? Подожди, откуда ты знаешь, что? Оу! Фрэнк, что делаешь? Нет! Опусти пушу! Фрэнк? Какого черта? Квин, зачисто! Тащи сюда свою задницу! Ну ты Квин, Фрэнк! Наверное, тебя можно влюбиться! Оу, Харли, хватит заигрывать со стулу! Минуты на минуту здесь будет много новых охранников. Не дай ему уйти. Не волнуйся, Звонкий. Ты же знаешь, я только на тебя смотрю. Ты это слышал, Бэс? Кажется, из Фрэнки выйдет толк. Еще один ценный кадр в организации. Так, заткнулись уже? Ладно. Короче, это... Что-то там... Амадея Архам, какая-то история и все такое, если вот так сканировать, вот так. Найди на хроники. Но я их особо слушать не хочу, за ним, мне кажется, неинтересно. Так, нам что точно не вниз. Это было просто. Ну, у них нет никаких шансов. А вот. Этот охранник вечно ему покоя не давал. Больше. На. На, это не нравится, пацаны. Так, только первый. Так, ломаем полностью. Ох, никому пощады. Так, взял и руку сломал. Так. Так, ломаю. Да, пофиг. Так. Нет, не возьмешь.
слышал, Натса? Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня, сбросила на меня лифт. У нее получилось? Ха, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Так, гонимся дальше. Так, в погоню за Гордоном. Пожалуйста, ребенок. О, у них оружие. Я не должен. Это вообще классно. Так, босс велел никого не пропускать. Если кто повернется, стреляйте. Понял. Так, детективы. А, вот. Оракул, люди Джокера захватили проход к тюремному блоку. Дело плохо. Я перехватываю радиообмен охраны. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я вижу. Я настроен на режим, чтобы отыскать бандитов с оружием. Угу. Идти в открытую самоубийство. Нужно подумать. Найти другой путь. Я знаю. Так. Вырубаем по одному. Так, и к третьему. Ну, это мой не дядь. Ну ладно. Чтоб здесь еще один. Вот почему не убил сам заставочка. Это было легко, босс. Парни уже заканчивают. У аркемских придурков не было шанса. Оу, гляньте, кто здесь? Чьи остренькие ушки торчат? Наверное, мне лучше предупредить мальчиков, что ты уже в пути. А может быть, надо? К чему портить такой сюрприз? Шутканул Джокер. А вот сюда нам походу. Хотя я этого не заметил, случайно вообще. На этом взялся. Ну ладно. Взяли так взяли. Ребятишки, это ваш любимый дядюшка Джей. Вытекающая комбинация. А вот. Первая встреча. Что за псих? Будем сейчас охотником. Так, сейчас повысим этого вырубаем. Так, включаем. Так, сколько у вас там? Наверх сейчас. Так, полетели. Так, я давай. Валим. Двоих завалили. А, все, что вы? Тех с вами. Тебя точно спрятали по-быстрому. Сальто. Ну и все. Думал, будет легко, Бэс! Я послал тебе еще несколько... А, еще послал? Так, назад. Джокер велел найти его, рассредоточиться! Он может быть где угодно! Значит, смотри внимательнее! Шевелись! Так, вас опять твой. Так, окей. Только они теперь знают, что это... Герой! Он всего один! Псих-одиночка на зубок вооруженный! Ха-ха-ха! Укокорьте его! Валим. Наверх. Так, давай того вырубим по-быстрому. Давай, давай, быстрее. Ой, блин. Эпично вырезали стену, блин. Так, назад. Так, получить их вырубать. Кого-то нашел! Сюда! Так. Что с тобой стряслось? Так, меня не заметили, да? Так, и тебя тоже так. Че же вы такие тупые, а? Ладно, пошлите отсюда. Так, какой стороны? Ты снова выиграл, Бэт. Ладно,
Полетели. Все. Опаньки. Кажется, босс сдох. Похоже, Джокер догадался, как я высадил Гордона. Следы офицера Боулса кончаются здесь. Блин, что эти с Альтом делали-то? Ой, кажется, его жестоко наказали перед смертью. Я даже не хочу представить извращенные. Ты слышишь меня, Бэтл? Знаю, слышишь. Да, это я. Эдвард Сигва, Ридлер. И что? Давайте покачаемся. Так, что это у нас? Позволяет Бэтмену нанести неблокируемый, мгновенный решающий удар, если он наберет комбо. Короче, 8. Так, окей. А, еще можно что-нибудь прокачать? Нет, нет. Самое важное, я тот, кто умнее тебя. Взломать ваши примитивные коммуникации не проблема для моего гения. Моя цель проста. Ты пройдешь ряд до смешного тяжелых испытаний и... впрочем, ты сам все увидишь. Готов к первому испытанию? Отлично, но будь осторожен. Не порежься об этот обшарпанный портрет. Так, как если я не ошибаюсь, вроде вот это. Да-да. И так тебе это удалось. Отлично. Хотя тут и ребенок справился бы, не то что всемирно известный детектив. Так. 240 загадок здесь на острове. Я нашел пока я только... Я Эдвард Нигма. Да-да, а мне... Сюда! Так... Немножко поправим микрофончик. Ладно, ладно. Блядь, ты все время тут сидел, чувак? Кровь, что ли? Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота. Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боулс был один? Сначала я так и подумал. Но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то похожий на комиссара. Боулс мертв. Его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Полностью согласен. Он был полным гандоном. Прости, приятель. Да, этот чувак сдох. Ладно, идем дальше. В поисках Гордона. Так. Бежим. Мы приносим извинения за прерывание программы. Джек Райдер. О, новости. Давайте послушаем. Готэма с экстренными новостями. Это Джек Райдер с экстренными новостями из гавани Готэма. Мы получаем сообщение о вооруженной осаде острова Архем. Две минуты назад Джокер передал в эфир всех новостных каналов это леденящее душу послание. Здравствуй, Готэм. Внимай голосу своего нового повелителя. Так, подождите. Это пропускает. Это Джокер. Я захватил остров Архем, и доступ сюда для всех вас запрещен. Если я увижу хоть одного представителя загона, дружинника или героя в колготках, я начну случайным образом подрывать в городе бомбы. Где это случится? Детский сад? Больница? Особняк миллиардера? Кто знает? Кто знает? Все подходы к острову перекрыты. Воздушное сообщение заблокировано. Согласно предварительным сводкам, и сам Бэтмен остается на острове. Мы останемся здесь и продолжим информировать вас о ходе событий в прямом эфире. Уолли? Спасибо, Джек. Мы будем ждать новостей. Вот такие пироги. Ладно, идем дальше. Полная осада Архэма. Войска Джокера. Полностью всех убивают. Так, что могу сделать? Нет, не могу.
Ладно, отламываем очередную решетку и двигаемся дальше. Так, направо, направо, налево. Блять, ну, они вообще чистят канализацию, да? Ой, блин. Ага, кажется, мы сейчас убираемся на улицу, если я не ошибаюсь. Да, выбрались на поверхность. Вон, кстати, виднеется здание Wayne Enterprises. Блин, ну что за слова? Так, это вроде, если не ошибаюсь, одна из загадок. Не лопни от гордости, темный рыцарь. Дальше будет труднее. Что у нас тут? А у нас тут союзники как. А, и он же. Противники. Так. Идем к тебе. Харви говорит, что Коробчук. Бэтмен! Слава богу, ты выбрался! Что там происходит? Нам приказали идти сюда, а потом связь отрубилась. По радио просто играют эту чертову музыку и все. Джокер захватил остров. Это из-за него вы здесь. Как это вышло? Ведь ты здесь и... Нас предал охранник по имени Фрэнк Боулс. Он выпустил Джокера, а тот прикончил его, как только Боулс стал ненужным. Да уж, вот это преданность. Тебе помочь? Нет, ты и твои люди здесь в безопасности. Я вас найду, если понадобится помощь. Ну что ж, нам предлагают помощь, мы как всегда отказываемся. Героинь Бэтмена превыше всего. Так, как нам туда попасть? А, так, это индикатор нам нужен будет, у нас его, к сожалению, пока нет. Что такое? О, на Бэтмобиль напали. Интересно. Оракул, отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Архиме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Оракул. Так, ну да, движемся правильно. Плохая идея была об этом. Плохая идея. Блин, тупануть. Сейчас выгнем опять по одному, как обычно. И все окей. Да, что-то тупанул. Ну ладненько, бывает. Так, что у нас там в жизни? Ну ладно, более-менее. Где наша машина? А, вон её, как басит. Точно говорю, что ты делаешь? Ой, блин. Так, ну чего, охренеть? Вы не можете меня бить, когда я выполняю комбо. Так, всех отпить. В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля.
Мне он может пригодиться. Окей. Так. Это помню, что она делает. Даже не буду читать инструкцию. Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. А, что такое? А, о! Что это такое? Дикая земля. Любимый табак Гордона. Дикая земля. Он умнее, чем кажется. Блин, что, оставил для меня след. Оракул, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Ладно, бежали. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Так, стена впереди наносится. Очень крепкая. Гремучий и гель пробьет ее и откроет новый путь. Так, ФПС не тут. Так, лево. Так, ну вот здесь у нас чисто. Так, ну там союзные силы. Что ты знаешь? Бэтмен. А что, не союзные силы? Выводим одного. Давай, надеюсь, не заметит нас. На, блин. А чё это построить-то? Никогда сюда еще не заходил. Интересно, что здесь? Стоп. Этого я, когда первый раз играл, не видел. Сними свою маску. Вот что я подумал, Бэтс. Тебе нужен друг. Чтобы было с кем поболтать, поделиться секретами, начнем с главного. Кто прячется за маской? Что заставляет тебя выходить в большой мир и сражаться с такими, как я? Ты что, надеешься победить? Ну, поглядим. Кстати говоря, насчет личности Бэтмена, блин, я удивляюсь, как еще никто не догадался, кто Бэтмен. Тут трудно догадаться. Бля, если почитать историю Брюса Уэйна, он спокойно догадался, что он Бэтмен. Например, вот, пропал на 10 лет, и вдруг возвращается, и вдруг тоже в этот же момент появляется Бэтмен. Да. Вообще, совпадение. Или то, что у Бэтмена какие-то супер устройства, которые стоят миллионы. Потом он себе только позволит миллиардер какой-нибудь. Нет, но это никто не может додуматься. Вон, Хьюго Стрэндж додумался, так, блин, не поэтому, а какому-то психологическому портрету. Ну, хотя бы. Какой-то мозги есть. Ладно, идем дальше. Снайп. Ну, сиди там. А мы пойдем дальше, да. Кто этот дохлый? Тоже охранник? Да, еще дохлый охранник. Я не понял, у охранников оружие, они никого убить сами не могут. Так, это тоже охранники валяются? Охранник. Охранник. Да блин, что-то дерьмо, охранники тут какие-то тут наблюдают. Так, все, опять охранник, да? Так, начинаем пиздюку. Так. Что это было? Ох, обожаю, когда битвы, потому что их ниже. Так, классно. И на. 20 комбо. Рекорд. На. И на. Так, куда идет, да? Угу. Так. О, Харли Квинн. Иди сюда, сучка. Ау. Да, это было тут, с моей стороны. Эй, ты видишь, я
А, вот и Гордон. Разве тебе не интересно? Я здесь. Заткнись! Ох ты! Чёртова стерва! Харли! Что он здесь делает? Еще рано! Прости, мой пирожочек! Не сердись на меня! Ох ты, плутовка! Я не могу на тебя долго сердиться! Извини, Дима, поищи другой подход! Пока-пока! Пройти через ворота невозможно. Нужно искать обходной путь. Гордон, с вами поговорить, как всегда, не можешь. Все тут у нас не мы. Нам надо куда-то наверх, если не ошибаюсь. Так. Глянем. Там может что-то есть. Интересно, я вот не туда попасть можем? На маяк? Нет, сомневаюсь. Вон строй какая-то идет там. У Готэми. Блин, куда же идти? Хочу сообщить, что весьма признателен за ваш нелегкий труд. Наблюдать за вами так же приятно, как уютным вечером нашел. Смотреть дома любимый фильм. Так, здесь там гель опять понадобился. Ах да! Вот так. Ну вот мы внутри. Медблоки мы, как я понимаю. А вот технообслуживание. Согнать всех докторов! Да-да, мы в медблоке. Медблока. Так, что Джокеру нужно в медблоке? Давайте узнаем. Если еще один доктор выберется из здания, то вы в нем останетесь навсегда. Я напущу в комнату веселящего газа и брошу вас подыхать. Черт, может быть, по-любому так и сделать? Это ж весело. А, куда идти дальше-то? Это поезда... За призом Ингера пришли. Ну ладно, возьмем. Если нашли так. Сейчас направо надо, если не ошибаюсь. Вроде мы, нам можно было идти прямо. Так, да-да-да. Так, совсем непримечательный коридорчик. Не трогайте меня! Ага, вышли, главный зал. Так, что там? Один, два, три, вот мы пять. Хорошо, я слышала. Пять мы... Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Так, вначале вырубаем это. Бэтмен. Видел, как он слетел вверх, а потом исчез! Ты полный. Так, тебе вас четверо. Не упусти его снова! Так, кажется, мне сейчас хана. Ой-ой-ой-ой. Так, кажется, я никак. Так, я кого-то ранил. Доктор Бэт, на вызов! Доктор Бэт! Есть здесь доктор Бэт! Валим. Аж мурашки бегут. Так, надеюсь, кто-нибудь попадет в эту ловушку. Вот никто не успеет сейчас помочь. Что такое? Давай. Да ты... Что ты на него, блин? Бэтмен, блин. У вас двое осталось? А, не, что-то... Так, чувак, дело даже не... Иди чуточку назад. Так, у нас зал отстаи. Свои. Сейчас им займемся. Так, иди вниз. Поймайте мышь. Блин, идите вниз. Я вам давление опущу навеки.
Что это за больница такая? Пиши сюда, потихоньку завалим. Один остался. Да? А нет, тот вышел. Выводится. Нет, взрыв не подыхает. Это кто-то лох. Там болит ты его, блин. Ай, Бэтмен, Бэтмен, что ж ты такой Бэтмен? Так. Ну давай, подходи к трупу, идиот уже, блядь. Вымок ты хорошенько. Убитый! Убитый! Ты один насоском ткачешь. Нас убили, ты убили, и сейчас получишь по спине. Опа. Опа. Эй! Готов. Так, где тут заложники? А, вот они. Кажется, у меня гора раненых бойцов, которым нужна медицинская помощь. Теперь вы в безопасности. Так, с вами, да, погодите. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход, вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли, нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Бэтмен спас нас. А я раньше не верила, что он и правда существует. Я вытащу тебя. Все будет хорошо. Так, сейчас направляемся искать докторов, да? Так, один тут. Один тут. Келлерман это. И доктор Чен, хирургии. Окей. Да, блин. Ну ладно, знаете что, я считаю, что это подходящее место, чтобы закончить эту серию. Ну что сказать. Ищем Гордон. Не Фримен, конечно, не подумайте. А, да. Блять. А, комиссар Гордон. Кто успешно схватили в плен. Ну что, всем спасибо за внимание, с вами был Алькатрас, всего хорошего, пока.